рождения победителей конкурса детского рисунка «Мирное небо России». Среди детей, военнослужащих, членов семей, гражданского персонала и юнармейцев Воздушно-космических сил Российской Федерации, посвященного 60-летию первого полета человека в космос, звучит песня «Юрий Гагарин». Ансамблем «Веселуха», руководитель почетный работник культуры Елена Андреева. Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Мы, юнармеец Московской школы ретро, юнкор Варвара Березовская. Начальник методического кабинета Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил, солист группы «Республика» Сергей Лашманов. Рады приветствовать вас здесь, в гостеприимных стенах Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации, на торжественной церемонии награждения победителей конкурса детского рисунка «Мирное небо России». Организатором конкурса стал Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил при поддержке Главного командования Воздушно-космических сил. Работу участников оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли известные художники, деятели культуры и искусства. Желание рисовать просыпается в каждом из нас с раннего детства. Для них это становится профессией, для других увлечением на всю жизнь, но всех объединяет
полет вдохновения, способность увидеть мир глазами художника. Как часто мы любим смотреть в небо с радостью и надеждой, любуемся красотой рассветов и закатов, волшебной архитектурой облаков и блеском миллиардов звезд, мечтаем о счастье и строим на будущее счастливые планы. Для открытия конкурса и за чтение приветствия от заместителя главнокомандующего воздушно-космическими силами по военно-политической работе, начальника управления генерал-майора Александра Анатольевича Максимцева, на сцену приглашается начальник Центрального офицерского клуба воздушно-космических сил, заслуженный работник культуры Владимир Сергеевич Лужбин. Я рад объявить об успешном завершении творческого конкурса рисунка среди детей, военнослужащих и юнармейцев воздушно-космических сил «Мирное небо России-2021». Сегодня мы собрались в этом прекрасном зале Центрального музея вооруженных сил Российской Федерации, чтобы подвести итоги конкурса. На конкурс было прислано более 85 работ из многих регионов Российской Федерации. Республика Саха-Якутия, Карачаево-Черкесская республика, Республика Северная Осетия, Алания, Алтайский край, Амурский, Архангельский, Астраханская, Воронежская, Иркутская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Рязанская, Смоленская, Тамбовских областей, городов Москвы и Севастополя и даже из далекого города Нурек, Республика Таджикистан. Мне очень приятно, что столько детей, военнослужащих и юнармейцев, членов семей воздушно-космических сил приняли участие в этом замечательном конкурсе. Я поздравляю всех участников, организаторов и членов жюри с этим событием. Особые слова благодарности обращаю в адрес лауреатов и победителей. Вы все очень талантливые, и у вас получились самые красивые работы. Хочу сказать, что очень сложно было оценивать работу участников, насколько они пропитаны теплотой и уютом. Каждая работа заслуживает внимания и, конечно же, победы. Могу сказать откровенно, что мне понравились все работы участников. Конкурс высвечивает многие личностные качества тех, кто рискнул принять в нем участие, целеустремленность, собранность, умение себя преодолеть и, наконец, талантливость. Конкурс заряжает позитивом, энергией и определенно прививает страсть к творчеству. Всегда все большое начинание, конечно же, с малого. С наибольших шагов так мы идем к своей цели и мечте. В этот торжественный день я хочу поблагодарить организаторов и членов жюри конкурса за проделанную работу. Хочу пожелать вам никогда не сходить со своего жизненного пути. Я верю, что наши дороги однажды снова сойдутся в одну, и мы проведем вместе незабываемые дни на следующем конкурсе рисунка среди детей военнослужащих и членов семей юнармейцев воздушно-космических сил «Мирное небо России-2022». Генерал-майор Александр Анатольевич Максимцев. Спасибо, Владимир Сергеевич. Просим вас остаться здесь на сцене для вручения дипломов и призов в первой номинации. Итак, объявляем первую номинацию. Будущее и космос неразрывны. Возрастная группа «Дети от 3 до 6 лет». Первое место. Гераскина Нелли, 6 лет. Член семьи военнослужащего войсковой части 23700, город Кубинка, 237-й центр показа авиационной техники, прославленные стрижи и русские витязи. We'll be right back.
Закирова Софья, 5 лет, член семьи военнослужащего войсковой части 52-168, Саха-Якутия, город Нурек, юнармейский отряд имени Героя Советского Союза Евгения Васильевича Крунова. Дорогие друзья, сегодня не все те победители, которых мы объявляем, присутствуют в этом зале, но мы это делаем для того, чтобы они увидели это сейчас в прямой трансляции нашей церемонии награждения. Специальный приз. Страгина Кира, 6 лет, член семьи военнослужащего войсковой части 23-700, город Кубинка. Гончаренко Максим, 7 лет, город Севастополь. Третье. Третье место. Хадыева Валерия, 10 лет, член семьи военнослужащего войсковой части 23-700, город Кубинка, муниципальное автономное учреждение, Центр культуры и творчества Кубинка, кружок «Иллюстрация», руководитель Пшеничникова Иван Алексеевич. Части 23-700, как мы все здесь детки, город Кубинка, 237-й центр показа авиационной техники. Это наши прославленные стрижи и русские висизи. Пожалуйста, Степанова Арина. Специальный приз конкурса. Шевкалюк Екатерина, 9 лет. Город Кубинка. Специальным призом также награждается Воронкина Ева, 7 лет, город Севастополь. Ваши аплодисменты. Возрастная группа, дети от 12 до 17 лет. Второе место — Захарова Ксения, также город Кубинка. Пожалуйста, дорогие, обязательно передайте диплом и награду победителю. Специальный приз. Кольчугин Евгений, 13 лет. Тамбовская область, Знаменский район, поселок Первомайская. Войсковая часть 14-272. Награду получает представитель от командования арсенала ВКС майор Сергей Викторович Болотов. Спасибо вам, уважаемые победители. Жмеевич, ну а мы объявляем следующий концертный номер. Вас приветствует и поздравляет София Егорова, солистка мастерской голоса «Путеводная звезда» клубного формирования «Взлет» Центрального сельского клуба ВКС, руководитель Светлана Келина,
и театр танца «Волшебный мир», руководитель Евгения Подстрижная. Сегодня Александр Викторович получает награды за весь Усольский район, за всех победителей. И, пожалуйста, следующий победитель также из поселка Усолье-7. Это Войцеховская Аделина. Первое место 6 лет. Thank you.
Александр Ильич, пожалуйста, оставайтесь на сцене. Следующий специальный приз конкурса. Недоводеева Марина, 6 лет. Член семьи военнослужащего войсковой части 23700, город Кубинка. Пожалуйста, проходите. Возрастная группа, дети от 7 до 11 лет. Второе место Осипова Вероника, 10 лет. Поселок Усоль-Есень. Награду получает майор Александр Викторович Лёскин. Первое место в этой номинации возрастной группе дети от 7 до 11 лет. Арчикова Весна, 7 лет, город Севастополь. Бурные аплодисменты, пожалуйста. Возрастная группа дети от 12 до 17 лет. Первое место Поснякова Виктория, Саратовская область, город Вольск. Специальный приз конкурса Соколова Светлана, 14 лет, город Рязань. Юноармеец юноармейского отряда ВКС Российской Федерации имени Героя Советского Союза Серафима Кирилловича Бирюкова. Обязательно награда будет доставлена в город Рязань. Уважаемая Елена Александровна, пожалуйста, вам слово. Во-первых, я хочу поздравить всех участников этого замечательного конкурса, который, я понимаю, столько сил было вложено, волнение. Хочу поздравить и организаторов этого конкурса, потому что действительно проделана очень большая работа, очень полезная работа в настоящее время, потому что дети сами столкнулись с прекрасным, сами стали создавать это. Они немножко отошли от своих компьютеров, отошли от своих телефонов и сами сделали вот эти замечательные, рисовали эти рисунки. Было очень трудно выбирать, потому что все, в общем-то, детишки заслуживают призов. Но тут было, в общем, выбрали вот такой момент, я лично. Во-первых, чтобы должно быть минимальная помощь родителей. Потому что, конечно, родители рядом всегда присутствуют. Конечно, им хочется, чтобы помочь детям. И многие работы, очень заслуженные, хорошие работы, но было видно присутствие родителей. Поэтому я, например, ориентировалась на то, чтобы сам ребенок. И поэтому то, что я выбирала, мне очень понравились эти работы. Это действительно очень искренние работы. Детишки очень страстно к этому подошли по-детски. Вот. И я хочу закончить словами известного нашего поэта, но немножко перефразировать. Я знаю, город будет, я знаю, сад весь, когда такие дети в стране российской есть. Спасибо вам, Елена Александровна. Позвольте и спасибо огромное вам за такое теплое и искреннее отношение к работам участников. И позвольте из рук нашего начальника, нашего офицерского клуба вручить вам благодарность за вашу работу. Для вручения призов в номинации «Великие конструкторы космической эры» на сцену приглашается руководитель Центра военно-патриотического воспитания ВКС при Центральном офицерском клубе ВКС Ирина Вячеславовна Архимандритова. Возрастная группа дети от 3 до 6 лет. Второе место Лопаткин Ратмир, 6 лет, и Лопаткин Родион, город Воронеж, военно-воздушная академия имени профессора Жуковского и Гагарина. Первое место в этой номинации присуждается Попкову Александру, 5 лет. Войсковая часть 81-819, город Липецк. Обязательно все награды передадутся победителям. Специальный приз Конюхов Святослав, 4 года. Член семьи военнослужащего войсковой части 26-178, город Щелково.
4 года, Святослава. Возрастная группа «Дети» от 7 до 11 лет. И первое место присуждается Рыжеволовой Дарье, 11 лет, город Кубинка. И в возрастной группе «Дети» от 12 до 17 лет первое место присуждается Барсукову Егору, 14 лет, Серпухов 15, войсковая часть 03-340. Я поддержу предыдущих выступающих. Работы были прекрасны, работы были про будущее, про настоящее. А вам, ребята, хочу сказать, мы очень надеемся, что вы поколение слова и дела, что вы будущие инженеры, конструкторы, космонавты, летчики. И мы с вами действительно долетим до Луны, Марса. Дерзайте, творите к звездам. Анастасия Галицкая с песней «Этот большой мир». Руководитель Римма Брыжахина. Земля, пусть.
человек в космосе. Для награждения приглашается заместитель начальника Федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации, Центральный спортивный клуб армии по военно-политической работе, полковник, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Елеговна Ишмуратова. Возрастная группа дети от 3 до 6 лет. И второе место присуждается Узгеновой Таисии, 6 лет, член семьи военнослужащего войсковой части 03908, Иркутская область, Усольский район, поселок Усолье, 7. И награду получает Александр Викторович Блескин. Первое место Глазунов Николай, 5 лет. Войсковая часть 20096, Карачаево-Черкесия, Деричукский район, станица Сторожевая, 2, главный центр разведки космической обстановки. Возрастная группа дети от 7 до 11 лет. Второе место Усатенко Валентина, 10 лет, Усолье, 7. Первое место присуждается Глазуновой Василисе, 10 лет. Юнармеец отряда «Гагаринцы» Карачаево-Черкесия. Станица Сторожевая, 2. И награду также получает представитель. Возрастная группа детей от 12 до 17 лет. Третье место присуждается Линёвой Дарье, 14 лет. Школа 1935, юнармеец юнармейского отряда имени Петра Николаевича Нестерова, город Москва. Второе место присуждается Поповой Павлине, 14 лет, Саха, Якутия. Ваши бурные аплодисменты. Первое место присуждается Яковлевой Ольге, 16 лет, Усолье, 7. Специальный приз конкурса присуждается Мауль Арине, 15 лет. Юнармеец отряда имени Горной гвардии Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район, станица Сторожевая, 2. В этой номинации и вам, уважаемая Светлана Ирековна, и позвольте также вручить вам благодарность за... Вы постоянный участник наших экспертных жюри. Спасибо вам огромное. И, пожалуйста, несколько слов. Я с большим удовольствием принимаю каждый раз участие в жюри в различных конкурсах, которые проводит офицерский клуб ВКС, потому что, знаете, работая с вашими конкурсантами, каждый раз получаешь новые эмоции, получаешь такой вот всплеск в душе радости за то, что наше будущее, будущее нашей страны, оно в надежных руках. Детишки растут. В каждой работе стремление к неизведанному. В каждой работе стремление куда-то вверх, в высоту, в космос. Я так понимаю, что в скором будущем нашу страну ждут открытие новых планет, новых, наверное, путешествий на какие-то далекие звезды. То есть все это в большом, необозримом будущем. И это нас ждет, и это нас радует. И радует то, что у нас действительно замечательные дети. Вот беря каждую работу, я хочу сказать, ребята, каждый из вас, участников, победитель. Потому что вы это сделали, вы смогли выразить свои мысли, свои идеи, свои мечтания на бумаге, на холсте. И сделали это прекрасно. Спасибо вам огромное. Объявляем следующую номинацию «За мирный космос». Для награждения приглашаются командир Лыткаринской городской молодежной авиаэскадрильи «Юналия»,
Движение «Юнармия» – член Координационного совета регионального штаба «Юнармии» Московской области, полковник в отставке Алексей Георгиевич Петухов. Пожалуйста, мы вас приглашаем на сцену. И победительница всероссийских конкурсов изобразительного искусства, студентка Московского архитектурного института Маргарита Третьяк. Номинация «За мирный космос». Возрастная группа «Дети от 3 до 6 лет». Второе место присуждается Шмаровой Марии, 5 лет. Усолье Семен. Самые активные наши участники. Первое место Морозова Милана, 6 лет. Также Усолье Семен. Первое место Морозова Василиса, 6 лет, Усолье 7. Возрастная группа «Дети от 7 до 11 лет». Второе место Лугманов Дамир, Астраханская область, село Карагали. Первое место присуждается Пичугиной Еве, 9 лет, Усолье 7. Возрастная группа «Дети от 12 до 17 лет». Третье место присуждается Паршиной Варваре, 8-й кадетский класс школы 2025, юнармеец отряда имени генерал-майора, героя Советского Союза, командира 303-й истребительной авиационной дивизии Георгия Нефедовича Захарова. И второе место уходит также поселку Усолье-7 Труханова Дарья, 15 лет. Первое место в номинации «За мирный космос» возрастной группе «Дети от 12 до 17 лет» присуждается Егорову Арсению, 13 лет, Тамбовская область, Знаменский район, поселок Первомайское, войсковая часть 14-272. Спасибо большое вам, уважаемые почетные гости и дорогие победители. Поздравляем вас! Дорогие друзья, очень трогательно сидеть в этом зале, смотреть на это чудо, когда вот эти маленькие детишки в таком очаровании выходят на эту взрослую сцену, получается, возможно, первый свой в жизни приз такого прекрасного всероссийского конкурса. Вы представляете, какое это для них состояние души? Они еще ничего толком не понимают, стоят глазенками, хлопают. Вот мы, сидящие взрослые люди в этом зале, практически для них все деды и бабушки, слезы наворачиваются. Но это наше, ваше будущее. И пусть они растут на памяти того, на чем выросли мы. На памяти героев войны, героев космоса и наших скромных рядовых будней. Спасибо вам всем. Спасибо. Для вас поет Виктория Михеева, солистка мастерской голоса «Путеводная звезда», руководитель Светлана Келина. Солнце светит.
И для награждения наших победителей в этой номинации мы приглашаем на сцену редактора отдела культуры, члена редколлегии, корреспондента газеты «Красная звезда», поэта-кинокритика, заслуженного работника культуры России Ирину Владимировну Павлюткину. Возрастная группа «Дети от 3 до 6 лет». Второе место присуждается Арутюняну Артуру, 5 лет, город Астрахань. Первое место – Завгородний Егор, 6 лет, Усолье, 7. Награду получает майор Александр Викторович Лёскин. Второе место в этой номинации и возрастной группе от 7 до 11 лет присуждается Соболеву Семёну, 8 лет, член семьи военнослужащего войсковой части 75-715, Амурская область, поселок Серышево, 131-й дом офицеров. Награду получает юноармейский отряд имени Марины Росковой и обязательно передаст эти награды победителям в Амурскую область. И, пожалуйста, представитель из юноармейского отряда, останьтесь на сцене. Первое место – Пиченко Мария, 8 лет, поселок Серышево, 131-й дом офицеров. Второе место присуждается Аганесян Альберт, 14 лет, возрастная группа от 12 до 17 лет, город Астрахань. Первое место в этой возрастной группе присуждается Вареник Лада, 17 лет, город Москва, школа 1002. И в этой номинации у нас есть два специальных приза, которые получают Симонян Рустам, 12 лет, город Москва, школа 1002. И специальный приз также в этой номинации вручается Башмаченко Вадиму, 12 лет, школа, 1002, город Москва. Мы поздравляем всех победителей в этой номинации, всех возрастных групп. И, пожалуйста, Ирина Владимировна. Пожалуйста, Ирина Владимировна, скажите, пожалуйста, немного слов напутствия нашим победителям. Очень спасибо большое, знаете, еще кому? И то, что нашим детям сил и в нашей стране, что они у нас есть, это хорошо. Но то, что у них есть замечательные родители, которые помогли им стать такими, как вы, правда? У вас же классные родители. Классные родители. Вот. И главное, что у нас есть замечательный ВКС. Те силы, которые помогают нашей стране не терять высоту. А чему посвящен наш конкурс? Ну-ка, вместе. Чему посвящен конкурс? 60-летию полета первого человека в космос. Кто первый человек в космос полетел? Наш человек, правильно? Так вот вы, ребята, в своем творчестве, те, кто сидит пока еще вот сачкует и пока еще не победил, пусть вы достигнете тоже космических высот, и не только рисунки. Чем хороший рисунок? Он нужен тем, кто умеет рисовать для всего. Пожалуйста, те, кто инженеры, те, кто рисовал, кто чертил чертежи ракет. Они должны были уметь хорошо рисовать, по крайней мере, понимать, что такое линия. Поэтому пусть ваши линии будут теми, которые вас поднимут
на должную для граждан нашей страны высоту. И спасибо, слава ВКС! Итак, на сцене ведущий творческий коллектив, хореографический ансамбль «Веселуха», руководитель, почетный работник культуры Елена Андреева. Следующие три специальных диплома
получит представитель от командования Арсенала ВКС майор Сергей Викторович Болотов. Награды вручаются Чижиковой Жанне, поселок Первомайская. Кольчугину Евгению. И Хамбековой Яне, Тамбовская область, Знаменский район, поселок Первомайская. Следующие два специальных диплома вручаются юнармейскому отряду «Форсаж 43» имени Героя Советского Союза Голубова, город Калуга, Щеглову Артему и Стебищевой Софии. Они приехали вместе со своим директором школы Ольгой Витальевной Абакумовой. Пожалуйста, проходите на сцену и получайте ваши дипломы. Дорогие друзья, и настало время поблагодарим. Они приехали сегодня с Калуги со своим знаменем, своего отряда, с директором школы нашей очаровательной, замечательной, очень активной, одной из самых-самых-самых активных директоров школ, которые поддерживают и организовывают всю работу по юнармейскому движению. Дорогие друзья, помимо всего, я бы... пожалуйста. Вы знаете, мы приехали еще с небольшим подарком от нашего города. Дело в том, что, ну, во-первых, Калуга, это все знают, колыбель космонавтики. Константин Эдуардович Циолковский работал именно в Калуге. И, конечно же, в Калуге есть музей космонавтики, закладывал который, первый камень этого музея закладывал Юрий Алексеевич Гагарин. Но еще в этом году нашему дорогому родному городу исполнилось 650 лет. И в связи с этим мне хочется вручить начальнику управления образования, хотела сказать, привыкла, Владимир Сергеевич, вам вручить книгу на память. Вот так. Спасибо. Центральному офицерскому клубу воздушно-космических сил за сотрудничество, за то, что всегда-всегда с нами, и наши шефы, и мы действительно будем продолжать наше движение. У нас вообще-то нас не трое, нас очень много, нас уже в нашей школе практически 50% юноармейцев и также 3 кадетских класса. Хотели небольшой свой альбомчик вручить нашему новому руководителю Ирине Вячеславовне. Огромное спасибо всем, кто принимает участие, и, конечно же, всем, кто организовывает такие замечательные мероприятия для наших детей. Итак, Колчугин Евгений. Есть у нас здесь в зале? Или его представители? А, вы? Вот, понятно все. Спасибо огромное. Давайте вам тогда в ручки. Друзья, я бы хотел сегодня поблагодарить вот за такие замечательные книги. Каждый ребеночек получил. Друг мой Николенька и еще замечательная книга. Их очень много сегодня. От замечательного, прекрасного вам вручаю. А то заберу. Мы благодарим за эти прекрасные книги нашего партнера постоянного, руководителя издательского дома Академии имени Жуковского Агибалова Игоря Викторовича. Давайте поаплодируем.
А также за первые места сегодня получили замечательные спальные мешки, которые обязательно пригодятся в походах, и рюкзаки. Это нам сегодня прислала из города Севастополя. И все подарки, которые получил Севастополь, я вылетаю 15 ноября и буду вручать именно там, в Севастополе. И мы благодарим руководителя военно-патриотической студии «Возрождение. Город Севастополь» Олесю Петровну Москаленко. Спасибо. Дорогие друзья, пришло время вручить самый главный приз нашего конкурса «Мирное небо России». Гран-при конкурса присуждается девушке, которая увлекается авиацией с ранних лет. Ее налет 2,5 часа. Она летает на самолетах Sierra P-2002, также увлекается рисованием, атомной энергетикой и балетом. Мечтает стать пилотом. Ее зовут Юлия Печурка, 16 лет. Лыткарино, Московская область. И приехала она со своим руководителем, командиром Лыткаринской городской молодежной авиаэскадрильи «Юналия», полковником в отставке Алексеем Георгиевичем Петуховым. Я очень благодарна всем организаторам этого конкурса. Я очень благодарна всем людям, которые привели меня сюда. Хочу сказать огромное спасибо создателю нашего аэроклуба «Юналия» Алексею Георгиевичу Петухову, что привел меня в этот конкурс. Да, Алексей Георгиевич, разрешите, Юлечка, держи эту благодарность. Это вам тоже подарок. Вот здесь вот 100 лет главному летно-испытательному центру из Ахтубинска лично для вас мы привезли. Недавно были на гастролях вашу коллекцию. Друзья, вы не представляете, какой замечательный музей авиации. И вообще все, что там происходит в Лыткарино, казалось бы, далеко, подмосковный город. Но человек, когда влюблен в свое дело, он делает все возможное и невозможное. Давайте поаплодируем этому руководителю, прекрасными ребятами. И скажите, Алексей Григорьевич, что это очень важно. Те ребята, которые у вас занимаются, сколько их человек и сколько из них уже поступило в летное военное училище? Ой, дорогие мои, вы знаете, 10 лет назад ко мне пришло заниматься 30 человек. В первый год осталось 15. Вот все 15 через год поступили в авиационные учебные заведения. Это дало толчок, в общем-то, всем молодым людям этого города, города Лыткарино, которым мы занимаемся. И вот за 12 лет работы через нашу молодежную авиационную эскадрилью «Юналия», которая с рождением движения «Юнармии» вошла в его состав, региональный состав, то есть в Московской области, прошло более 150 человек. Это молодые ребята, выпускники школ. Ученики, вот, ну, начиная 8, 9, 10 и даже 11 класс, хоть они очень заняты. И вы знаете, значит, я могу гордиться, пусть в этом маленьком городе, но из наших ребят 5 стали летчиками. Взрослых, в первую очередь, тех, кто связан с авиацией, бывших летчиков, хоть бывшие летчики так же не бывают, но занимайтесь с детьми, отвлекайте их от этой гадости, вот, которая рушит им и здоровье, и голову рушит. Увлекайте, тем более тем ребятам, которые непосредственно живут в гарнизонах, на аэродромах, им там делать больше нечего. Увлекайте их в свои ряды. Что говорить? Наша страна огромная, ее надо защищать. А сегодня, ну, тяжело в нашей стране. Вы все прекрасно это понимаете. А без наших мальчишек и девчонок, вот таких вот, ну, тяжело нам будет, правда? Спасибо. Спасибо.
Дорогие друзья, Алексей Григорьевич, секундочку, Юлечка, вот здесь вот в этом году исполнилось 90 лет военно-транспортной авиации России. И вот здесь вот замечательный пакет, вот мы его специально у командующего лично передал тебе, как победителю гран-при. И здесь все подарки, все-все-все собраны. Но самый главный подарок, я так думаю, вот этот вот юбилейный, замечательный флаг воздушно-космических сил, который тебе будет всегда помогать в твоем желании любить небо и авиацию. Ура! У нас замечательный один из основателей прекрасного авиатора Мартына. Подсказывайте, Александр. Их два брата. Их тяжело различить. Александр Иванович. Спасибо большое. Всем здравия желаю. От летной школы «Авиатор» мы, так же как и вы, обучаем будущих школьников авиаторов. У нас много кто учится, сейчас проходит многомесячное обучение, порядка 2500 школьников, будущих авиаторов, много военных летчиков. Отличный конкурс, все большие молодцы, что участвовали, мы посмотрели ваши красивые, классные рисунки, ну просто молодцы. И хотел, конечно же, сказать, как и все, кто говорил, приходите в авиацию, мы с удовольствием всех вас ждем, поделимся большой своей любовью к небушку. И классная профессия, будете не ходить на работу каждый день, приходить по любовью заниматься, ну, с большой любовью заниматься хобби, получать хорошие деньги. Вы прагматичные, сейчас дети растут, и, конечно, вас интересует, сколько денег за это платят. Так в авиации платят больше денег, чем в других отраслях. Приходите, мы все вам поможем в этом. Большие молодцы, всем встречного на взлете. Дерзайте, думайте, действуйте и достигайте. Спасибо. Так? В финале нашей церемонии награждение звучит песня «Мы дети твои, Россия!» Исполняет младший ансамбль мастерской голоса и чего Люда, руководитель Светлана. Поехали. Бежит.
Thank you.